Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы сделать анализ Battlefield 4. Купил я ее вчера и вот сейчас хотел бы попробовать, что за фигня, что такое. Я немного поиграл, но меня постоянно мочили, я решил записать это. В принципе, вот, я хотел бы показать, как я умею хорошо играть. А, так, у меня вообще-то мелкие подлагивания в этой игре из-за того, что игра, в принципе, затратная. И чтобы в нее играть, надо иметь... Вот меня уже убили. Я хотел всего лишь звук поменять. Ну вот, примерно как-то вот так вот. А, ну вот, видите, меня уже слили. Я вот, видите, какой мастер игры. Давайте я лучше буду за штурмовика. Потому что в Battlefield 3 я постоянно играл за штурмовика. Потому что это самый такой топовый класс. Потому что у меня на него все оружки прокачаны. Ну, фактически все. Так, ну блин, вот это, черт, ой-ой, там чувака убили. На-на-на-на-на. Ой, вы видели? Вы видели? Ой-ой, зачем я перезаряжаться-то начал? Вот скажите мне, ребята, вот смотрите, я за этот раунд уже 9 раз умер и один раз не умер. Один раз, короче, затащил, ну, прям на ваших глазах. Потому что играть я вообще нифига не умею. Я привык в Battlefield 3 играть, а в Battlefield 4 нет, вообще не могу. Тут физика совсем другая, тут графика другая, вообще ничего непривычно. Глаза немного режет. Так, ну там чувачок был, ну, конечно, я хотел его слить, но раз уж у меня не получилось, ну ладно, не получилось, не получилось, в следующий раз получится. Так, ну, ну я знал, что, все знали то, что я сейчас сдохну, в принципе. Кстати, первый раз, когда я запускал игру, я так испугался, потому что она у меня чисто не запускалась из-за того, что у меня драйвера... GeForce были очень маленькой версии, оказывается, и из-за этого у меня, походу, комп не так сильно был. Короче, я установил версию, которая оптимизирует компьютер, с которой можно играть в батл. Тай-т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 ай. Хочу убить. Я убил, убил, убил. Там еще один чувак был. Ну-ка. Не, ну конечно, его уж слили, что тут толпа бегает. Его бы одного уже давно бы заметили. Хотя... Да, его бы заметили уже давно. Блин, мне нравится, что тут можно ходить и пинать вот эти блоки. Я думаю, они... Ой-воу, вы видели? Охренеть. Блин, а? Не зря я купил эту игруху. Кстати, не знаю. Короче, чтобы вы не думали, то, что я такой богатый, просто охренеть, как богатый, и покупаю постоянно разные игры. Нет, на самом деле я не такой... Ну, конечно, я бы не сказал то, что я бедный, но я нормальный человек. Ну вот, короче, вчера была скидка просто на эту игру 50%. Даже она сегодня есть, если хотите купить, там посмотрите. Вот, я ее купил на скидках, и теперь я в нее играю. Но пока что она мне не очень нравится. Хотя, возможно, когда Дэнни зайдет, Дэнни-то у нас мастер играть в эту игруху. А вот я не совсем, блин, где... Вау, тут волны есть, охренеть. Вау, чувак летает. Ну ладно, я думаю, ему хорошо. Ну зачем? Скажите, зачем я сюда пришел? Тут вообще, блин, не море, какашка какое-то. Я как будто, знаете, почему сейчас плыву? По какому-то молоку, пластилину, не знаю. Но, знаете, выглядит довольно-таки прикольно. Графика прикольная, да и вообще все прикольно. Кстати, я вам скажу то, что это серия пробная, если вам понравится, я продолжу записывать такие вот серии. Так что пишите в комментариях, продолжать ли мне эту фигню или не продолжать. Интересно ли вам смотреть, как меня убивают постоянно. Оп. Ну-ка, дайте я к нему сейчас подойду. И зарежу. Брат, брат. Брат за брата, одна хата. Понимаешь, брат? Убил. Без прицела, причем, как могли заметить. Хорошо, Суслик же играл в батлу 3, он же не простачок такой. Конечно, в КС-ке меня любой выдрать может, но, знаете, в батле я не такой простофиля. Потому что в батлу 3 я, знаете ли, наигрался. Сейчас я стопудово паду, потому что я тут уже падал. Воу, вы прикиньте, пропаркурил, все отлично. Так, ну вот сейчас тут получается опасно. Сейчас мы будем захватывать флажок. Вон там вот... Мне кажется ли это чувак? Нет, это мне, по-моему, кажется...
Так, смотри, тут флаг СССР, кстати. Или это не СССР? Ну, вроде бы СССР, ладно. Если даже не СССР, ладно, простите меня. Ой, братья, братья. Как я сюда попал? Офигеть, я... Игра, короче, баганула, я... Охренеть. Блин. Ну реально такая клевая игруха. Прям нравится. Прям хотелось бы в нее очень долго-долго поиграть. Прям, знаете. Настроение поднимает эта игрушка. Тут война, перестрелки, давай, за войну, за родину, там все такое, кстати, за кого мы играем? Ай, не знаю, за кого я играю, тут до сих пор обсуждение какое-то. А, я играю за США. Ладно, я лучше не за родину, я, знаете, вообще сторонник США, потому что они мне не очень нравятся. Потому что... Воу, вы видели, я попал по кому-то, там плюсик такой был на экране. Точнее, крестик. Это означает то, что я нанес кому-то урона. Вы прикиньте, я прям... Он летел, я такой... И, конечно, не убил, но урон нанес. Значит, уже помогу ребяткам, которые будут так же стрелять, как я. Кстати, мы немного проигрываем. Меня это немного опечаливает. Знаете. Так. Вон там вертолетик. Вертолетик! Ну ладно, вертолетик, так вертолетик. Я хочу, короче, убить кого. Прям вообще застрелять до смерти. Смотрите. Кстати, я, знаете, как офигел, когда увидел тут вот эти вот, как они называются, байки подводные, ну, не подводные, а водные. В Battlefield 3 их вообще-то не было. Но хотя, может быть, там где-нибудь на премиуме они и были, но нет. У меня не премиум, так что я не смог покататься. Даже я в Battlefield 3 не катался на мотоциклах, хотя я знаю, то, что они там есть, но я не катался на них, потому что я их не видел ни разу в игре. А так вообще почти на всем катался, летал, пробовал. Но я хотел бы еще и в Battlefield 4 полетать на чем-нибудь. Ну, знаете, как я летать не умею. Но все же я хочу полетать, взорваться и радоваться жизни. Ну, правда, сейчас я порадоваться ей не могу из-за того, что меня замочили. Какие-то говнюки. Снайперы хреновые. Ох. Сегодня день меня не очень устроил. Вы знаете почему? Вот вы знаете вообще, что со мной сегодня случилось? Один, короче, мудила. Все вы его знаете прекрасно. Это Теренос. Его имя Ростислав. Ну, Мэтт Терр, может, его кто-нибудь так знает. Но, короче, вот. Не суть важна. Кто знает, тот знает. Короче, этот мудила мне сегодня порвал куртку. Вообще мудак, короче. Я больше просто не могу ничего про него сказать. Не, ну реально, вот как так можно умудриться? Он, короче, напрыгнул на меня, короче, начал меня дергать за рукава и порвал мне один рукав. Вот, это, знаете, мне было не очень приятно. Ну ладно, потом его мамка, короче, пришла, меня довезла до дому, и все стали счастливы. В основном я. Зря, наверное, сюда вот прибежал прям так. Ну, знаете ли, захват флага, это никогда... Короче, это хороший дельце. Может, тут есть кто? Тут нет никого. Блин, ребят, прощайте, если на видео будет маленькие лаги из-за того, что комп мой не настолько мощный, чтобы держать эту хреновую игру. Ура! Мы проиграли! Ну ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась такая вот маленький выпуск, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за друзей. Я вам говорю всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока-пока. How's life feel? Creatures lie here.